Своевременно оплачивать коммунальные платежи. Этого достаточно для того, чтобы участвовать в ежегодной акции компании «Энергосбыт Плюс». На этот раз за призы от энергетиков боролись 10,5 тысяч жителей Самарской области. Как все пенсионеры, в первую очередь оплачиваем коммуналку. И принцип – не копить долги. Не копить долги, чтобы детям не достались вот наши долги. Все, весь принцип. Акция «В Новый год без долгов» уже стала традиционной и прошла в 14 регионах страны, где работает компания «Т-Плюс». Эффект очевиден – 17 миллионов рублей авансовых платежей от клиентов компании. Каждый рубль идет на обеспечение надежной и качественной услуги теплоснабжения для жителей региона. Самая главная мотивация для наших клиентов – это обеспечение качественной поставки тепловой энергии и горячей воды. Мы понимаем прекрасно то, что если мы будем именно таким образом относиться к нашим клиентам, что обеспечивать им поставку качественной услуги, то тогда мы со своей стороны можем с полной ответственностью требовать исполнения с их стороны обязательств по оплате этой услуги. Не стали победителем на этот раз? Не расстраивайтесь. Узнать о различных акциях энергокомпании вы можете либо на сайте организации, либо в службе единого окна, либо в новом офисе компании, который в марте 2017 года начнет свою работу по адресу улица Демократическая, 37. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.